Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Нам нужен только один человек, Эль Магро! За мной! Эль, Каяк, левый фланг! Эль, ты со мной! Юрий, через Келлик, Призрак на палубе! Вас понял, Келлик, 4-7. Оверлорд, соедините меня с Айвенхорд! Вас понял. Контрольный пункт. Не стрелять. Феликс 4, видим конвой. Идет параллельно нашей позиции. Вас понял, вижу их. Отходим и начинаем приход на взрыв. Опасность близко. А вот они. Назад. Огонь открыт. Атакуем! Разрешите, не по форме. А что такое? Думаю, что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мэрик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко.
Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Можно их убрать. Атакуем! Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Ныряй, нападем неожиданно. Снимем их по твоему сигналу. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Следуй за мной! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Уже в пути. Давай! Снова спасаем задницу Мерика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эль Магро.
Теос, Мерик, вы со мной! Аякс, прикрывай с тыла! Мы слишком тяжелые. Элиас, надо... сделал. Я принял самое тяжелое решение в своей жизни. Я отпустил его и спас всех остальных.